Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, более знакомый как театр музыкальной комедии. На его спектаклях выросло не одно поколение. Сегодня мы здесь, и наш выпуск посвящен именно ему – театру музыкальной комедии. К последней четверти XIX века Гаджи Зейналабдин Тагиев, великий азербайджанский меценат и благотворитель, решил построить в Баку настоящее театральное здание. В 1882 году Тагиев представил в городскую управу проект театра. Этот тагиевский участок находился в его собственности и располагался очень удачно в самом центре города. На участке располагался большой амбар, его и планировалось перестроить под театральное здание, используя старый фундамент. Несмотря на то, что строительство затянулось, а Тагиев постоянно обвинялся в прессе, театр все-таки был построен и торжественно открыт 27 ноября 1883 года. Театр подвергался огромному количеству ремонтов, переделок, перестроек и реконструкций. Плюс ко всему, театр еще и дважды горел. В первичном варианте в зрительном зале насчитывалось 578 мест, включая партер и ярусы лож. Кстати, население Баку на тот период составляло 107 тысяч человек, и такого количества мест было, естественно, мало. Автором первого проекта был архитектор Хрисант Васильев, который в эти же годы работал над еще одним грандиозным проектом – железнодорожным вокзалом в Баку, получившим название Тифлисского. При сравнении двух построек можно заметить определенные черты сходства и авторский почерк Васильева, сотворившего оба здания в мавританском стиле. Честно скажу, что первый раз я сюда попал в возрасте 4-5 лет. Меня сюда за руку приводил мой дедушка. Я очень радовался этому. Я помню многие постановки того времени. До сих пор, когда вот уже придя сюда работать, я вдруг понял, что мечты ебат, Аршима Алан, я знаю наизусть. Потом, конечно, много лет моя как бы и зрительская биография, и творческая биография была связана с Русским драматическим театром. Но я всегда тяготел именно вот к этому жанру. И когда мне предложили стать главным режиссером этого театра, я, конечно, с радостью согласился. Пришел в совершенно уникальную обстановку. Здесь очень хорошие спектакли были, есть. Здесь очень дружественный коллектив, довольно дружный коллектив. Здесь очень грамотный директор, у которого все как бы, что называется, блестит. Ну, это опыт, многолетний опыт работы в этой структуре, в структуре Министерства культуры. Алик Исмаил Лалаев долгие годы возглавлял одно из главных управлений, управление Джасанат, и поэтому здесь все работает как часы. И вот когда я сюда пришел, я довольно быстро, как мне кажется, влился в коллектив, сделал свою первую постановку «Бахтияр», которую как-то, мне казалось, кажется, немножко нашумело даже. Состоялась премьера моего нового спектакля «Песни моей, поверь». Люблю этот театр за то, что здесь существовало, и когда я пришел, уже два сектора, то есть русский сектор сохранился в нашем театре. Очень интересные спектакли азербайджанского сектора. Более того, этот сезон мы начали с премьеры спектакля на английском языке замечательного режиссера Ирады Гёзалова. Здесь хорошая режиссерская команда Ирады Гёзалова, который, я уже сказал, многолетний режиссер мускомедии, еще а ныне академического музыкального театра Аскер Аскеров. Много замечательных его постановок идет. Самир Гуламов, замечательный режиссер. Несколько молодых режиссеров, очень интересных. Здесь интересный творческий процесс идет, очень хороший, на мой взгляд, актерский состав, очень сильный актерский состав.
Наргиз Каримова, достаточно сказать. Это, на мой взгляд, выдающаяся современная актриса. Фарид Алиев, прекрасный певец. Мейрибан Залиев, Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров. И, условно, наши аксакалы театра. Это Ильхам Намик Кемал, Афак Баширгызы, который сейчас, к сожалению, редко выступает. Хотя вот есть им достойная смена. Например, некоторые роли Афак Баширгызы играет прекрасная актриса Ульвия Алиева. Ну, просто совершенно бесподобно. То есть ребята, с которыми очень интересно работать, с которых можно лепить. Но вернемся к истории. Несмотря на ряд довольно частых переделок, основательного ремонта театр так и не получил. А так как эксплуатировался постоянно, то и обветшал очень быстро. Составление нового проекта и наблюдением за всеми архитектурно-строительными работами Тагиев поручил в 1898 году гражданскому инженеру Павлу Кагновицкому. Но проект получился неудачным. Кагновицкий особо ничего не улучшил и никаких кардинальных изменений не внес. Тогда Тагиев привлек в помощь Кагновицкому польского архитектора Иосифа Гославского. Этот молодой, амбициозный и невероятно талантливый человек как раз закончил работы над знаменитым Александро-Невским собором и был не только руководителем строительства собора, но и полноценным соавтором. Обладая неуемной фантазией, Гославский создал отличный проект. Здание претерпело кардинальные изменения. Количество мест увеличилось до 1200. За счет постройки нового яруса лож и двух ярусов балкона напротив сцены. Акустика и оркестровая яма также подверглась переделке. Пол в партере был сделан под уклоном. Не были забыты и вспомогательные помещения, включая фойе, буфет и гримерные. Технические моменты также были учтены. Было установлено освещение, отопление и вентиляция. Проведены большие работы по улучшению противопожарной безопасности. Общая сумма, затраченная Тагиевым на переделку театра, приближалась к 80 тысячам рублей. Безусловно, постановки, классика жанра – это Меше Дебат, Аршим Малалан, Сильва, которые я считаю, что там не надо. Хотя это уже далеко не те постановки, далеко не те актеры, но это спектакли, на которых, например, не надо экспериментировать. Да, то есть это классика жанра, это классика азербайджанской оперетты. И очень много, на мой взгляд, совершенно современных спектаклей, о которых тогда и мечтать-то невозможно было, да, как «Нотр-Дам де Пари», да, спектакль замечательный Самира Гуламова, у Ирады Гёзаловой фантастический спектакль «Джаз-клуб Лары Мартин». Причем это «Беспреданница», которая переведена совершенно в современную историю. Уникальная вообще придумка, на мой взгляд, режиссера. Зрительный зал не работает, ну, практически не работает, только в конце, да. Все действие происходит прямо на сцене. И зрители сидят на сцене перед закрытым занавесом изнутри. И все действие, актеры работают буквально вот в трех метрах от зрителей, которые сидят на сцене. При том, если еще раз говорить о Ларе Мартин, как бы все переведя в современный, как бы на современный язык, в современное время действий, сохранился Островский как то, что хотел донести Островский. Это добавилась замечательная джазовая музыка в исполнении Наргиз Каримовой и Фарида Алиева. Я, например, начал здесь наоборот с классики. Как мои друзья-киношники пошутили, сразу видно, что ты пришел из кино, потому что ты вытащил из кино самое лучшее, что было там, это фильм «Бахтияр». Я попробовал сделать его театрализованную версию, и именно нарочито театрализованную в той стилистике, в которой делались условно спектакли и 20, и 30, и 40 лет назад. И только в самом конце на «Поклоне» появилось видео, показывает, что да, это то, чем я занимался всю жизнь, но тут я не видел. Как бы, да, видеорешение, хотел, а то, что оно у меня есть, да, пожалуйста, в конце на «Поклоне», пожалуйста, пусть пойдет какое-то видео, да, условно. Совершенно экспериментальная, современная постановка
молодого режиссера Тугрула Кемалова «Псих» по Сервантесу. То есть это, она интересна молодежи, которая любит какие-то интересные спецэффекты, интересно что-то. Есть классика вот оперетта, замечательный спектакль у нас идет по Рауфу Гаджиеву «Кавказская племянница», мэтра, режиссура, театральный, кинорежиссура Алита Эмуровича Усубова. То есть спектакль на музыку Рауфа Гаджиева с прекрасными декорациями, с прекрасными... Да, он классический спектакль, классическая оперетта. Но при этом игра актеров настолько завораживает, и тема настолько завораживает, что очень интересно смотреть. И снова хочется окунуться в историю. Полностью переделка театра была закончена к концу 1899 года. А вот ремонт и переделка потихонечку продолжались и в последующие годы. Покупались новые декорации. В 1906 году в зрительном зале под вторым ярусом лож с обеих сторон появились две большие ложи, занавешенные прозрачной тканью, специально для мусульман. Спектакли шли регулярно. Публика валом валила в единственный в городе театр. Но вскоре случилась беда. 21 февраля 1909 года загорелась парикмахерская, расположенная в театре, и огонь перекинулся на все помещение. Это был самый большой пожар за всю историю театра. Несмотря на отсутствие в театре телефона, пожарная команда, вызванная из соседнего дома, прибыла через 7 минут. Огромную роль в тушении пожара сыграло пароходное общество «Кавказ и Меркурий», контора которого располагалась неподалеку. Убытки были огромны и усугубились тем, что здание не было застраховано. Театр надо было отстраивать заново. Тагиев пока молчал, а Дума начала обсуждать вопрос о постройке нового театра. Однако в июне 1909 года Тагиев заявил, что будет отстраивать театр на старом месте, а в июне уже предложил проект, который подразумевал уже не двухэтажный зрительный зал, а трехэтажный. Ведь посещаемость театра росла постоянно. В новом театре будет на 600 мест больше. Так решил Тагиев. Работы шли быстро, и 1 октября 1910 года новый театральный сезон был открыт. Ширина главного фасада и высота стен увеличилась. Сцена также стала больше. Изменилось и техническое оснащение, и планировка фойе и буфетов. Последующие годы в театре, кроме драматических постановок, осуществлялись и сеансы синематографа. А 1 февраля 1918 года театр пострадал от обстрелов, нередких в тот период становления Азербайджанской Демократической Республики. Бакинские инженеры, осмотрев здание, пришли к выводу, что восстановить театр можно месяца за 4. Однако восстановлен он был лишь в советское время, в 1921-1922 годы. К тому времени от театра остались только фасады. В 1938 году был организован независимый театр музыкальной комедии с азербайджанским и русским отделениями, который в сентябре того же года официально получил статус Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии. С 1940 года театр занимал ведущее место в культурной жизни Азербайджана. В последующие годы театр еще несколько раз ремонтировался практически каждое десятилетие, но не кардинально. Плюс восстановление спектаклей, которых мы еще не успели восстановить после пандемии, да, то есть считайте, что это премьера, и актеры, какие-то актеры ушли из жизни, ушли из театра. И вот по большому счету, вот сейчас на сцене репетируется спектакль «Кимиягиар», который когда-то очень давно, еще до пандемии, игрался. Сафак Башир Гызы в главной роли. Сейчас оно не играет. Временно. Еще Евгений Гусейнов в этом спектакле играет ее роль. То
То есть это фактически тоже будет премьера. Готовится премьера, опять-таки повторяю, это премьера спектакля, который уже игрался много лет назад Меном Гюнагом и Радой Гюзаловой с Наргиз Керимовой в главной роли. Но там произошла замена партнеров. И фактически это будет заново, и спектакль не игрался 2-3 года. Ну, вот как. И плюс новый Самир Гуламов собирается, уже заканчивает работу над спектаклем «Лейли Меджнун». У Ирады Гюзаловой параллельно другая история. Я надеюсь, что вот закончив «Песни мои, поверь», начну заниматься новым спектаклем. Аскер Аскеров планирует совершенно грандиозный проект. Я понимаю, что он грандиозный по его горящим глазам. Правда, он еще не говорит, какой это проект, но мэтру это позволительно. Если говорить о поколениях в театре, я вот называл актеров, которые играют, и упустил, что в нашем театре сегодня играет старейший актер на азербайджанской сцене Борис Филович Гравкин. И вот в моем спектакле «Песни мои, поверь» он играл композитора, более того, работая, и это был период подготовки его к 85-летию, я даже решил назвать его же героя его же собственным именем. В пьесе он был Александр Данилович Князев, у нас он стал Борисом Федоровичем Гравкиным. Да? А что касается молодежи, действительно яркие, молодые, очень интересно среднее поколение актеров. Да, повторяю, это и Наргиз Каримова, и Фарид Алиев, и Ульвия Алиева, Мейрибан Залиева, Самет Хасиев. Да простят меня ребята, может, кого-то. Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров. То есть это среднее поколение 40-летних, да, 45-летних. Уже когда я пришел в театр, здесь были достаточно много интересных молодых актеров. Вот с ними я сделал свой Бахтияр. Это Айдан Гасанова, Сашабан Джафаров. Много еще несколько ребят, которых... И сейчас приходят новые ребята, но к нам действительно очень тяжело попасть на работу. По той простой причине, что нужно уметь две вещи. Нужно быть, а, хорошим актером, б, при этом быть хорошим вокалистом. Уметь петь по нотам, уметь петь без микрофонов с оркестром. То есть работать здесь действительно очень тяжело. То есть для этого нужно быть актером, ну, довольно высокой квалификации. То есть два этих момента, да. К сожалению, есть актеры, с которыми кто-то хороший актер, не очень хорошо поет, кто-то очень хорошо поет, но... не очень хороший актер, но вот для того, чтобы быть идеальным актером академического музыкального театра, нужно уметь хорошо петь без микрофона, петь с оркестром, читать по нотам, повторяю, и, естественно, быть актером. Вот. Но приходит несколько молодых актеров, мы делаем периодически, руководство театра делает периодически просмотры, кастинги. Даже говорит, ребята, да, у нас штат заполнен, но мы хотим вас иметь в виду. Нам дают возможность по договору приглашать, если мы кого-то увидим, да, чтобы в дальнейшем люди входили в наш коллектив. А с другой стороны, иногда, вот это уже очень субъективно, имея таких замечательных актеров, и не хочется предлагать роли каким-то другим актерам. Театр дожил до конца 80-х и начал разрушаться. Все-таки зданию к тому времени было более 70 лет. Было принято решение его снести, что и было осуществлено в 1992 году, и построить на его месте другое здание. К 1996 году новый театр был построен и чуть позже стал называться Азербайджанским государственным музыкальным театром. Настоящее здание Азербайджанского государственного музыкального театра было построено и сдано в эксплуатацию в 1998 году. Театр мускомедии стал лебединой песней Алиша Лимберанского. Только он мог возродить театр Тагиева, построенный в конце 19 века и разрушившийся от ветхости. Он не руководил стройкой, он строил и создавал современное здание театра. В 2010-2013 годах была произведена крупная реконструкция. Здание было сдано после ремонта 18 апреля 2013 года. Был установлен современный дизайн, световое и звуковое оформление. Вместительность
460 человек. Установлена сцена, вращающаяся на 360 градусов. В театре имеются студии звукозаписи и репетиционный зал. До некоторого времени театр назывался Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии. Недавно прошло его переименование. Но после был переименован в Азербайджанский государственный музыкальный театр. Это дало право и возможность расширить репертуар и показывать не только комедии, но и спектакли других жанров. В 2019 году распоряжением президента Азербайджанской республики театру был присвоен статус академического. Очень показательный фактор того, что когда у театра есть своя публика, свой зритель, тут для меня был очень показательным фактором, что когда мы открылись после пандемии, сначала разрешили через одного человека сажать людей в зал. И вот разрешили заполнить зал, а до спектакля оставалось 2 дня. Даже были, наверное, какие-то опасения. Но буквально за эти 2 дня все оставшиеся билеты были куплены. И мы сыграли, по-моему, это был Мишель Дейбак, прекрасный наш, Джанет Салимова, режиссера, да, мэтра нашей режиссуры, Джанет Салимова, еще в Гусейну, заслуженный артист, там, главной роли. Вот за 2 дня буквально ползала после пандемии, полностью, сказать, снятие пандемии, были реализованы, и зритель пришел. То есть это показать того, что театр живет. Меня сейчас спрашивают, а вы играете 3 дня в неделю, потому что боитесь публику не собрать? Опять-таки, я даю только свое мнение. Нет, мы играем 3 дня в неделю, потому что иначе мы не сможем репетировать, ставить новые спектакли. Да? Хотя мне кажется, что если бы мы играли и 5 дней в неделю, и 6 дней в неделю, и 7 дней в неделю, у нас все равно был бы зритель. Театр – это производственная база. Параллельно в театре работается 2-3 новых спектакля. То есть один режиссер начинает в репетиционном зале, другой режиссер днем работает на сцене, а третий режиссер уже вечером с оркестром уже делает прогоны спектаклей. Да? То есть, и мы иногда не можем даже поделить друг между другом сцену. Вот, и, соответственно, если в прошлом году театр дал в прошлом сезоне порядка 7 премьер, в этом сезоне уже мы дали порядка 3 премьер, еще готовятся новые.